В минувшие выходные во всем мире отмечали День пожилых людей. В Мирнинском районе праздник встретили спортивно. В детско-юношеской спортивной школе пенсионеры соревновались в веселой эстафете. А в поселке Арылах выявили самую спортивную семью. Анна Винокурова продолжит тему. Соревнованиями «Мама, папа и я» спортивная семья давно никого не удивишь. Поэтому в День пожилых людей в селе Арылах решили подключить к этим состязаниям бабушек и дедушек. В прошлом году мы также проводили это мероприятие, только участвовали только пожилые люди, мужчины и женщины, без внуков. А вот нынешнее мероприятие мы решили сделать с внуками, как бы объединение семьи. Веселая эстафета чередовалась с развлекательными этапами. Сначала бабушки и дедушки демонстрировали физическую подготовку, бегали и прыгали, а затем творческую, пели и читали речевки. Решающими стали все же спортивные испытания. В них лучше всех проявила себя семья Алексеевых. В селе Арылах они известны тем, что всей семьей занимаются спортом. Прошло очень классно, хорошо. Недели тренировались, в спортзал ходили всеми семьями. Каждый день, и поэтому мы на первое место вышли. Упорная борьба. В нашем календаре есть много праздников, официальных и торжественных. А есть праздники для души. Таким считается День пожилого человека. Прошедший праздник в регионе отметили спортивно. И бабушки, и дедушки доказали, что возраст не помеха для спортивных достижений. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».